Ученицы 15-й школы Ульяновской и кадеты Следственного комитета подготовили книгу о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Вишневе. В сборнике биографии, история о боевых подвигах, фотографии, а также стихи героя. Внезапно началась Великая война. На нас раскрыли немцы злые пасти. Врасплох они застали нас тогда. И даже наши воинские части. В руках ветерана Михаила Ивановича Вишнева книга со стихами собственного сочинения. Подготовили ее школьницы Лала Гусейнова и Виктория Елякова. В прошлом году девочки, а по совместительству кадеты Следственного комитета России, поздравляли героя с 98-летием. С того момента и стали наведываться в гости к ветерану в геронтологический центр, где он и проживает. Первый раз мы посетили ветерана Вишнева в ноябре 2019 года. Мы приехали сотрудниками Следственного управления в геронтологический центр. Тогда мы узнали, что он пишет картины, сочиняет стихи, и с одноклассницей, кадетом Следственного комитета, решили составить сборник его стихотворений и подарить ему. Михаил Иванович был призван в ряды Красной армии в 41-м. Прошел всю войну, получил несколько боевых ранений. Был награжден орденом Красной звезды, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. В одной книге авторы собрали боевые истории ветерана, архивные фото и стихи, которые он писал всю жизнь. Мы написали его биографию, нашли на сайте «Память народа» описание его подвигов, собрали всю информацию о его стихотворениях, взяли фотографии. Думаю, ему понравится наш подарок, и он сможет дарить свои стихотворения своим друзьям. Подарок фронтовику передали сотрудники Следственного комитета. Центр пока на карантине, поэтому авторы книги не могут навестить ветерана. «И за что мне такая награда?» – смущенно говорит Михаил Иванович, листая сборник. Он так же, как и ребята, ждет встречи. А девочки надеются еще раз услышать пронзительные четверостишие о великой победе из уст героя.